Сейчас, да, то, что надо. Иди, возьми, мы дыхать. Люк, я возьму, Андрей. Нормально, ты с баранок, хорошо. Как Смолин всегда говорит, первый блин не комом. Подкините. Молодец, поздравляю. С дебютом. Нормально. Ну как, Андрюх? Сам-то. Хорошо. Алексеевич. Thank you.
получается не 16:30 к вам Приворотик на горочке, вот проворотик, вот это вот. И туда сместился. Да. Михаил Владимирович, 210 метров, как обещал. Молодец, молодец. Ниже 180 молодец, упал. Молодец, молодец. Молодец. Хорошо отработали, молодец. Были косячки, возьмите. Ну, были косячки, видели. Видели. Именно с топором переворотики тоже чуть-чуть было. И видно, это... потом была большая. Ну ладно, ладно, сейчас наговорите. Да линия была нормальная. Все, два косячка достаточно. Два, то есть 8.5 средний балл. Правильно я посчитал? Хорошо, отлично. Ну на что смог? Ну ты все записал? Да.
Ну, все самое увидим. Даже привет спонсорам. Поблагодарил на снижение, убрал рут и поблагодарил в камеру спонсоров. А не слышно, наверное. Не слышно. Когда стопор делаешь, то слышно, когда говоришь. Еще раз хочу поблагодарить от лица всей команды компанию МТС, компанию Эрвин. И всех остальных, без них вряд ли была бы возможна для русской сборной национальной эти соревнования. Спасибо большое от всей команды. Thank you.
что за ошибки, простите, ну лучше я бы не смог. Не, молодец, молодец, действительно, хорошо. Это же небольшая мелочевочка была, но очень даже неплохо, молодец. Достоин высокого звания русского авиатора. Я о мелочах сам готов рассказать, просто если вы мне их подтвердите. Как ощущение? Конечно, там не рассчитал я на многих моментах, но это просто из-за нехватки опыта. Нормально, все будет. А штопор не сильно запрещает? Я увидел, что первый вроде по градусам уложил, зафиксировался и потом... Нормально, молодец, все хорошо. Сегодня квадрат видно просто сказочно. Голубое озеро, оно стало голубым. И сестра у нас есть. Че, я сам возьму. Такое счастье, когда упражнение закончилось. Наблюдали. Как ты говоришь? О! Володя! Че? Старайно, все нормально. Самое главное, да? Не, ну все отлично, но весь комплекс не в ту сторону. Квадрат выбежит. Квадрат выбежит. Что, товарищи отдыхающие, не утомились ждать? Товарищи готовящиеся. Мы готовящиеся, они отдыхающие уже напротив сидят, которые отдыхают. Я уже пила, я уже пила. А как ты, не упадет у тебя? Ну не знаю, что ты стращаешь? Ты нагнетаешь обстановку. Смотри, вот она. Силя, умничка. Тянем, молодец. Давим. Отлично. Раз. Вялая. Круглить. Не опускать так нас. Раз. Умничка. Два. Хорошо. Ну, раз. Два. Три. Опустили капот. Есть. Последний. Раз. Ну что, с окончанием первого упражнения? Спасибо. Вообще, я в шоке от этих соревнований. Блин, чего? Летаешь дома без проблем. Тут мандраж, руки трусятся. Блин, во рту все пересохло. Поздравляю. Чего, спрашиваю? Как будто бы, да, там, корову проиграл.